Классификация органических соединений. Существующая классификация органических соединений строится на теории строения органических соединений Бутлерова. Все органические вещества состоят из атомов углерода, которые соединяются в прочный скелет, так называемый углеродный остов. Недостающие до заветной четверки валентности атомы углерода добивают атомами водорода, присоединяя их к себе. Таким образом, такие молекулы состоят из атомов углерода и атомов водорода. Органические вещества, которые состоят только из атомов углерода и водорода, называются углеводородами. По наличию поликратной связи все они делятся на огромное количество классов, но мы рассмотрим только основные из них. Это прежде всего класс алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов и арены. Если молекула углеводорода не содержит в себе никакой кратной связи и функциональной группы, то такое вещество относится к классу алканов. Корень этого слова имеет арабское происхождение и используется в данном случае суффикс -ан. Поэтому у нас есть метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нанан и декан. Этот гомологический ряд необходимо знать, потому что название всех остальных классов строится на его основе. Если в строении молекулы органического вещества нет кратных связей или функциональных групп, то данное вещество будет являться представителем класса алканов. Также здесь необходимо разобраться с тем, что же такое гомологический ряд. Гомологический ряд – это ряд веществ, расположенных в порядке возрастания их относительных молекулярных масс, сходных по строению, где каждый член отличается от предыдущего на гомологическую разницу. Каждый класс органических веществ имеет гомологический ряд. Все вещества, относящиеся к нему, выстраиваются в этот самый ряд по возрастанию молекулярной массы, то есть по возрастанию количества атомов углерода в молекуле. Углеводороды, в составе молекул которых находится одна двойная связь, называются классом алкенов. Их название строится с помощью суффикса -ен. Класс алкинов имеет в своем строении одну тройную связь, и их название строится с использованием суффикса -ин. Алкадиены, также являясь углеводородами, содержат в своем строении две двойные связи, и их название строится с использованием суффикса -диен. Класс аренов отличается от предыдущих тем, что у него замкнутый шестичленный цикл углеродных атомов, и его первый представитель – это бензол. Общая химическая формула алканов выглядит так. CN, H2N плюс 2. Алканы являются предельными углеводородами, то есть реализуют все возможные связи. Углерод соединяется с четырьмя другими атомами. В алкенах в химической формуле на 2 атома водорода меньше. CN, H2N. Это связано с тем, что атомы углерода в молекулах алкена образуют одну углерод-углеродную связь. Класс алкинов и алкенов начинается с этена и этина, потому что в составе такой молекулы необходима хотя бы одна углерод-углеродная связь. Гомологический ряд алкадиенов начинается с бутадиена. Итак, если мы посмотрим и сравним между собой эти классы, то мы увидим, что разница здесь кроется в наличии или отсутствии кратной связи, а также в строении. Как мы уже сказали, гомологический ряд строится по возрастанию атомов углерода в молекуле. У класса алканов первый представитель – это метан. У него один атом углерода. У алкенов и алкинов нет молекул, нет веществ с молекулой с одним атомом углерода. Поэтому их гомологические ряды начинаются с веществ, в составе которого есть два атома углерода. У алканов – этан, у алкенов – это этен, и у алкинов это этин. То есть мы видим, что мы суффикс -ан меняем на -ен и на -ин. Дальше идет пропан. У него три атома углерода в молекуле. У алкенов это будет пропен, у алкинов пропин. И здесь начинается гомологический ряд алкадиенов. Соответственно, все идет дальше таким же образом. Пентан, пентен, пентин, пентадиен.
гексан, гексен, гексин, гексидиен и так далее. Мы рассмотрели основные классы углеводородов. Также стоит отметить, что к циклическим углеводородам также относятся такие классы, как циклоалканы, циклоалкены.